Здравствуйте. Я корреспондент телецентра Казанского университета и хочу задать несколько вопросов нашей студентке. Как вас зовут? Меня зовут Юлия. Сколько вам лет? Мне 20 лет. На каком факультете вы учитесь? Я учусь на факультете вычислительной математики и кибернетики. Кем вы хотите стать и где вы хотите работать? Я хочу стать математиком. Я хочу работать в вычислительном центре. Кто ваши родители? Мой отец и мать русские. Они работают на заводе. Есть ли у вас брат или сестра? У меня есть старшая сестра. Вы замужем? Да, я замужем. Есть у вас любимые хобби? Мое хобби – бальные танцы. Куда бы вы хотели поехать? Я хотела бы поехать в Канаду. Вы любите смотреть телепрограммы? Я очень люблю смотреть телепрограммы. Какие? Я очень люблю развлекательные программы. Назовите, пожалуйста, одну вашу любимую телепрограмму. Моя любимая телепрограмма «До и после полуночи». По вашему мнению, каким должен быть мужчина? Мужчина должен быть мужественным, красивым, умным. А женщина? Женщина должна быть привлекательной, обаятельной, женственной. Спасибо. Пожалуйста. Подойду.